Так, всем привет, народ. Сегодня приехал шаурмы похавать, свою любимую шаурмясу. Ну и заодно одну историю здесь расскажу, что со мной произошло 10 лет назад. Вот прям на этом остановке. Короче, 10 лет назад, это был 2009 или 2010 год. Ну да, где-то в 2009-2010 году. В общем, здесь, короче, кольцо трамвая, двойки, 36-я школы. Ну и вот лет 10 назад иду ночью, ну как ночью, часов 9-10 ночи было уже. Вот это то, что сейчас светло здесь, посмотрите, ни одного фонаря вообще нету. И вот когда трамвай останавливается, тут, например, два если вагона, то падает свет сюда. И получается так, что падает свет, вижу такого картину. Вон там он в углу, два чувака, короче, жмут одного и что-то с ним делают. И получается так, что, блядь, подхожу сзади, блядь, на чувака. Один толстый, короче, здоровый, прям, блядь, килограмм, блядь, 110, нахуй, армян, блядь. А второй пиздюк такой, лет 17, нахуй. И вот они здесь вот одного типа, ебать, жмут, нахуй. Ну и я пройти мимо не смог, опять же, мне не понравилось, что вдвоем одного жмут, блядь. Ладно бы один на один, а это подхожу, и тут они вот прям, где мусорка, блядь. Подхожу, они видел, что он, я вообще не видел, что он, блядь, размахивал вот этим удостоверением. У него красное удостоверение, что-то кричит министерство какой-то юстиции. Ну, вообще похуй, я этому толстому, блядь, по плечу хуячего говорю, блядь, нахуй вы доебались до этого, блядь, до чувака, нахуй, вдвоем, блядь. Говорю, ты охуел, что ли, блядь? И он, да ты что такой, блядь, самый умный? Ну и получается так, что вот так же вот сейчас, где они, с того и начинается, что, блядь, а этот чувак вырывается, блядь, нахуй, которого они с удостоверением, который, блядь, прыгает в этот, в трамвай, блядь, как раз вот сейчас, где трамвай, блядь, стоит, он там, он как раз прыгает и уезжает, блядь. А, блядь, эти два тела до меня, блядь, вот такой же лед, нахуй, хуй съебешься, блядь, эти два тела, блядь, до меня, нахуй, один держит, короче, за руку, нахуй, а второй мелкий, блядь, ну и начинает что-то там чесать, ну, свою эту обычную быдлячью хуйту. Гоповскую, нахуй. Ты кто такой, кто по жизни? Начал за отца ЗМЛ спрашивать. Сначала, ну, перед тем, как, наверное, это убивать, наверное, спрашивает, кто я. Один армянин, блядь, один русский. И спрашивает, ты кто по нации, русский или армянин? Я говорю, тебя ебет, кто я по нации. А смотрю, только у него все эти, блядь, синие, нахуй, пальцы в наколках, блядь. И живого места нет, все синее. Вот у этого армяна, блядь, килограмм 110 он. Я говорю, кто... ну, факт в том, что тогда вообще не церемонился так сразу, прямо открытым текстом, там, с матом, блядь, говорю, свободно оба, нахуй. И иду, эти, да это держат. Короче, армян держит меня за руку, блядь, сука, нахуй, а этот и мелкому. Пиши его, а я-то знаю, что такое, пиши, блядь, начинаю пятиться, а вот лед, ебать, хуй съебешься, блядь, они держат, пиши его, блядь, матом, я тебе говорю, матом на него орет, пиши, сука, его, я в ахуе вообще, говорю, это у меня таких видений, блядь, было мало, ну, вообще, по жизни их было штук 5 всего таких видений, блядь, когда вот я себе руку распилил, блядь, еще там несколько штук, ну, штук 5 за всю жизнь, за все мои там, блядь, грубо 40 лет было таких видений, и вот это видение, вот он говорит, пиши, а я съебаться не могу, я начинаю, блядь, пытаться съебаться, а лед ебать, он держит за руку. И вот, блядь, видение такое, что вот лежу, где вот эта куча, блядь, песковая, лежу я, короче, с пропоротым брюхом, и кровь течет, блядь, на снегу набьем, тогда снег белый еще был здесь, припорошенный вот этот лед. И, блядь, такое ощущение, сука, вздыхать не хочется. А этот все, блядь, пиши. Он ко мне подходит, короче, я тащусь, блядь, метра на два. Они начали, говорят, пошли, тащи его туда к цыганям. Вот, вот красные дома, цыгане, там раньше был красный. Ой, блядь, и, короче, подъезжает, меня спасает, короче, вот трамвайчик подъезжает одна, короче, часов 10, уже 11 час ночи, так тоже двойка подъезжает, там бабулька старая, нахуй, я быстрее к этой бабульке, блядь, сажусь с ней, нахуй, рядом, а сам жил, вот я ж прожил после этого случая, факт в том, что одна остановка отсюда, на Раздольной, блядь, прожил еще 9 лет, блядь, то есть я больше этих типов не встречал, хотя здесь часто терся потом. И сажусь к этой бабульке, этот молодой типок, нахуй, заходит только, садится, блядь. Ну, не садится такой, подходит такой, мы с тобой увидимся. Говорю, конечно, мы с тобой увидимся, блядь. Ну, блядь, такой случай, он у меня, блядь, вот с ножом, когда это я вот один раз запомнил прям на всю жизнь, блядь. Я это к чему говорю, что это
просто не подумавши подошел за кого-то заступиться, блядь. Просто за типа, который, блядь, с удостоверением ментенок съебался нахуй вот на этом же трамвае, блядь. А я один остался. И после этого случая, вот, блядь, я больше ни разу, блядь, ни за кого не заступался. Ну, помимо, конечно, своих родных, сына и друзей. За чужих людей, хотя куча способов видал, где втроем избивали человека. И до баб доебывались там, до всяких. Блять, пьяные люди всякие в трамваях. Никогда я больше ни за кого не заступался, потому что перо в бочину больше нет желания у меня поймать. Вселенная меня научила. Вселенная, тебе еще раз благодарю, что так получилось, что я не сдох 10 лет назад. Так что из этого вывод какой? Каждому решать самому, но, ребят, думайте, прежде чем за кого-то заступаться. Все, всем удачи, до связи. А я пойду шаурмы здесь похаваю, очень вкусное. Все, всем пока.